угрожал здоровью и жизни полицейским. Патрульным пришлось стрелять по собаке боевыми патронами. Инцидент произошел в Ванном переулке в районе 10-й станции Фонтана. Прохожие сообщили в полицию, что животное без намордника и поводка бросается на детей, а ее пьяный хозяин на это никак не реагирует. По утверждению патрульных, когда они приехали на место и попросили мужчину успокоить животное, он в ответ натравил собаку на полицейских. От пса пришлось защищаться пистолетным огнем. Пробував також нацькувати на нас свою тварину, казавши їй, що порви їх. Після того, як я передав ошейника йому до рук, собака кинулася в мій бік та намагалася мене вкусити за ногу. Я відскочив, після чого собака знову направилась в мій бік. Я, керуючись пунктом 13 статті 46 про національну поліцію, використав табельну вогнепальну зброю. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая задержала 34-летнего владельца собаки. Животное пришлось доставить в ветеринарную клинику, где пса и прооперировали. В то же время зоозащитники обвиняют патрульных в произволе и утверждают, что полицейские должны были обратиться к специальной службе отлова, а не открывать огонь в общественном месте возле детской площадки. Неизвестно, по какой причине сотрудники правоохранительных органов стреляли в собаку. Сейчас мы пытаемся выяснить, во-первых, имели ли они на это основание. Никто из них не готов предъявить фото-видеофиксации того, что животное нападало. Вот. Какие-то абсолютно галимые отмазки по поводу того, что у них здесь проводятся какие-то следственно-оперативные действия. Никакие пояснения никто не дает. Также в сети появились кадры, как еще до инцидента пьяный хозяин издевался над животным на глазах у прохожих. Сейчас раненая собака находится под наблюдением ветеринаров. Известно и то, что наказали хозяина пса по всей строгости закона. Это 51 гривна.